дівчатяси, камрадеси і дівчатаси. Минута істини прийшла. Ми з вами перевіряємо ціни в магазині Trader Joe, в якому я перевіряла ціни перед від'їздом. То есть 6 місяців назад ми з вами тут були в цьому магазині Trader Joe і перевіряли ціни. Вот она красота, вот она, вот это наша модель американской красоты. Так, в аэропорту очень много слышала русских голосов, походу русскоязычное население через границу, которая перешло, оно уже все доехало до Далласа. Вот. И мы сейчас с вами посмотрим, почем в стране уголь. Почем в стране угля можно купить. Так, идем в магазин, смотрим цены. Ну, цветочки по 8 долларов даже показывать не буду. Народу больше, чем кислороду. Обратите внимание, в чем эти женщины одеты, американские. Чтобы потом не говорили, почему я восхищаюсь, как одеты русские женщины. Потому что есть чем восхищаться, ребятки. Секундочку. Сейчас я тут сумку сниму. И пойдем посмотрим. Этот магазин, почему я сюда пришла. Потому что в нем цены как-то довольно-таки хорошо держатся. В плане смены цен. Когда уже везде все дорожало, здесь они как-то были более-менее относительно. Вот эти розочки. 9,99, 10 долларов. Вот такие довольно вшивые розочки. Вот эти получше. Эти, наверное, дороже стоят. Уже не знаю, сколько. Ой, это мои любимые бульдонешики. А почем бульдонешики? Почем? Как это? Не вижу даже цен на бульдонешик. Не написано. Ладно, пошлите за продуктами. Наша задача проверить. Я обычно начинаю с минеральной воды. А вот тюльпаны. Такие, как дикие тюльпаны маленькие. Сейчас понюхаю. Пахнут ли нет? Нет, вообще не пахнут. Вообще не пахнут. Цену обнаружить мне, ребята, не удается. Яблоки. Вот мы пришли к яблокам. Смотрите, каждое яблоко $1.29. Написано, видите, 1.29 each. Each это означает одно. То есть одно яблоко, $1.29. Одно. Перец. Смотрим. Смотрим перец. Один перец 89 центов. Это почти 400 рублей, наверное, где-то так. Один, не килограмм. Не путаем, не путаем. Тут в килограммах не ходят. Вот молодые девочки вот так ходят. То есть это еще круто, она одета. По крайней мере, ноги симпатичные. Ну, а так вот такой обычный какой-нибудь джемпер. Хорошо, хоть не уличный бомж. А так вот у нас одеваются здесь дамы. Вот эти симпатичные цветочки. 4,99. Так, пошли. Мне нужен сок. У меня закончился весь сок. И у них обычно хороший есть сок. Так, 4,79. Берем этот сок. Он у них обычно не фильтрованный и более-менее органичный. О, повысился. Вот это была банка раньше 2,99. Теперь я смотрю, что это стопроцентный сок ананасовый. Берем. У меня сын его любит очень сильно. Так. А это был сок манго. Тоже стал 3,99. Был 2,99. Ну, неприятно. Неприятно. Сейчас для них минеральную воду. Я обычно у них беру минеральную воду. Лимонад, бутылка вот такая. Это их собственная марка. 3,69. Сахара, наверное, дофига в нем. Так, мы ищем с вами минеральную воду, потому что я ее беру обычно здесь. Сейчас посмотрим, что с минеральной водой. Ну что, приятный сюрприз. Повысили цену. Но сначала они разлили эти бутылки в более маленькие. То есть они были раньше ровно по... Так, это сейчас литр. Были
литр 200, то есть бутылка была больше, как не 1,5 литра, и она была 70 центов. Потом они, значит, бутылку уменьшили, сделали 1 литр. Цена была также 70 центов, но была просто бутылка меньше. А теперь бутылка меньше, и цена больше. Это самый из самых таких демократических магазинов, где цены более-менее, знаете, стабильные. То есть, смотрите, если они 78 центов ломанули на 99 центов, да, то есть практически 20 центов они повысили стоимость. Ну, это хорошие 15% где-то, да, повышение. Ближе к 20%, ну, 15-20%, ребята, повышение. Сейчас я воды возьму, минеральную, мы любим минеральную воду. Так это еще самое дешевое, потому что это их бренд. А если в стеклянной бутылке, вот одна бутылка $2. Одна бутылка минеральной воды $2. И она не такая вкусная, как наша, например, та же самая горячий ключ, я люблю. Вот такая бутылка можно взять. Вот такая. Вот. 2,29 за бутылку. Как вам? Знаете, не каждый американец побежит покупать за такую цену минералку. Вот тоже есть вот такая, 2,29. Не-не-не, это, извините, нам это кусается. Так, огурцы, помидоры для нас ожидают. Это то, что нам очень нужно. Огурцы, помидоры. И мы сравним цены на них. Так, я примерно помню цены. Если нет, в прошлом моем видео можно посмотреть. Кстати, хочу сказать, что все это невкусно, но как все как трава. Вот эти все... Так, здесь у нас есть... Виноград. 9,99. Ребята, я уезжала, это было, ну, максимум. 5,99 за упаковку винограда. Это был максимум. 9,99. Ничего себе. Ничего себе цены. Но я все равно виноград возьму. Мой ребенок сказал, что за полгода, пока мамы не было, он ни одного фрукта в глаза не видел. Потому что за фруктом надо сходить в магазин. А когда человек занят изобретательством, у него разве есть время ходить в магазин? Сливы. Вот такая упаковка. Тут 5 слив. 6,99. Потом не говорите мне, что дорого цены в Краснодаре на Сенном рынке. Так мужчины одеваются у них. Значит, смотрите, еще раз показываю. Перец. Это еще хорошего размера. 1,89 центов. Один перец. Один. Вот так вот. Яблоки я показала. Одно яблоко. Хорошие яблоки, наверное. Но это даже не органик. $1.29. Мы, наверное, до органика дойдем и упадем в обморок. Но по первому моему виду, что как будто бы цены повысились и так такие нехило. Тут что-то вообще все пусто. Немає ничего. Мне кто-то говорил недавно, что ходили в какие-то магазины. Гляньте. Такого раньше не было. Вы знаете, как-то подвозили продукт вовремя. Что за... Не хочу сказать, что. Ага, ну вот эти огурцы, я не вижу, чтобы повысились. Эти вроде бы нормальные. Но они вот органик, я только их беру, да, органик огурцы. Но что-то они на вид какие-то жамкнутые. Жамкнутые какие-то на вид. Мягкие какие-то. Так. Не органик я не беру. Не органик 2,49, а органик 2,99. Проблема в том, что органик выглядит какими-то очень сильно мягко помятыми. Вот это ничего вроде упаковка сойдет. Возьмем ее. Так, нам нужны, ребята, с вами помидорчики. Я сейчас не удивлюсь, если будет каждый помидор хрен сколько стоит. Так, органик огурцы. Один огурец, 2,49. Смотрите, вот, 2,49. Один огурец. Если не органик, $1.49. Но я вас уверяю, что даже органик огурец... Он и близко не будет пахнуть, как обычные огурцы в Краснодаре на рынке. Так, здесь смотрим. Bell pepper. Значит, здесь вот три перчины. Три перчины. 4,49. Три перчинки. Вот такую морковку я обычно беру. Она уже у них порезанная. Shredded. Порезанная, чтобы ее не резать на терке. $1.29. Берем. Так, вот капуста, помните, я вас говорила, какая классная капуста в Краснодаре? Там была капуста молодая. А это, понимаете, она вроде как, они пишут, что молодая, но на вид она, видите, такая твердая, она не
такая мягенькая, рыхленькая, как молодая капуста в Краснодаре. И цена одной головки 2 доллара. 2 доллара, кстати, одна головка. Я думаю, брать, не брать, варить борщ или не варить борщ. А как бы лень. Но с другой стороны, вроде как надо, да, сварить сыну борща. Как без этого? Это разве дело? Ну, это дорого, ребята, головка доллар, доллар, я помню, головка была раньше 50 центов, или килограмм, или этот килограмм был 50 центов, кукуруза такая, почти 5 долларов, 4 штучки кукурузы, чтобы варить. Слушайте, вы офигеете, сейчас свекла по какой цене, смотрите, доллар 79, вот такая вот, вот такой пакетик свеклы, тут 3 маленьких, шивеньких свеклы, доллар 79. Да, знаете, в Америке надо сейчас очень много зарабатывать, чтобы вообще быть, выживать. Сейчас дойдем до фруктов с вами, посмотрим фрукты. Вот, ну, эти страберис вроде бы ничего так. Вот, органик 4,90, но сейчас сезон. Это потому что сезон, они чуть подешевле. Если бы не было сезона, знаете, это было бы очень дорого. Вот. А мы сейчас ходим в русский магазин с вами, кстати, тоже. Блуберис выглядят как-то не очень хорошо. Так, вот такой пакетик маленький, 4,99. Остатки какие-то остались. Не знаю, на вид они. Бывает, знаете, как откроешь, а они внутри мягкие, их есть невозможно, хоть выбрасывай. Так, вот здесь виноград подешевле, 6,49. Малина вот такая, 3,49 упаковка. А органик 4,99. Но опять я вам говорю, это не будет такая малина, я возьму. Это не будет такая малина, как она была бы в Краснодаре, что она такой живописный мужик с этим самым, с бородой подошел. Типичный американский. 7,49 вот такая вот упаковочка. Я просто не вижу органик, и я переживаю, что... Ну, продукт Мексики, мексиканская. Ну, вроде ничего так. Не этот, не мягкая. Вот. Но это не органик даже. Это тоже мексиканская. Нет, это американская блуберис. Так, сейчас мы американскую проверим на шивость. Американская вроде потверже. Берем ее. Вот. Хотя она 7 долларов, ребятки, вот такая маленькая баночка стоит. Ну, сыночку не жалко. Он может добавить себе в кашку. Так, помидоры. Пошлите глянем помидоры, потому что помидоры нам нужны. Минутка истины. Вот я люблю вот эти камри, но камри особо не подают. По-моему, они были 2,90, если не ошибаюсь. Что-то 3,49. Это одни из моих любимых, они хоть помидорами пахнут. Хотя выращивают, ну, в теплицах, да? Ага, ну вот смотрим. Это, значит, помидоры, которые обычно берут на бургеры. То есть, если когда они жарят гамбургер, они берут вот эти большие помидоры. Они сделаны в США, по крайней мере, на них написано. Вот. Что это продукт США. Ну что, доллар 29,1. Каждый помидор доллар 29. Это не ваши розовые помидоры в Краснодаре. Ну ладно, возьмем один, наверное, да, на бургер. Я собираюсь вместо бургера жарить, ребята, котлетки. Разморозила уже мяско сыночку, сказала, жарю котлетки, это котлеток. А есть вот типа такие полу розово-желтым с чем-то, они 4,99 за упаковку стоят. Тоже не дешево. Зеленый перец 79 центов за один. Не говорите мне, что это килограмм. Если написано ИО, это означает, что это один перц. Одна причина. Так, сейчас возьму один большой помидор моему ребенку. За доллар 29 разорюсь. Это ему на бургер. Так, взяли. Вот наша тележка. Я много не набираю сегодня. Надо определиться, что вообще нам еще надо. Что... А вот эти я люблю. Органик помидорчики 2,99. Но что-то они, по-моему, так и остались. Если я не ошибаюсь. Эти не органик. А это органик 2,99. Они вроде как ничего. По этой же цене и остались. Их тоже в теплицах выращивают. Это съедобная вещь. Но они опять-таки близко. Вот уже оранжевые. И желтые, они доллар 29 ич. То есть одна вот такая перчина, которая обработана еще воском сверху, чтобы не пропадала. Вот они стоят по доллар 29. Так, сейчас манго нам надо взять. Нет, извините, не манго, а нам надо взять авокадку.
Сейчас глянем, почем авокады. Таня, авокады — это вот целая такая упаковка. Ну, авокадо было бы глупо, если бы они были сильно дорогие, потому что Мексика рядом. А большие — $1.49 одна. Вот так, а я еще возмущалась, что в Краснодаре дорого. Вот эти помягче берем. Тут целая упаковка. $3.49 маленьких. Берем, видите, надо было набрать фруктов, овощей. Что ребенок мой все подъел. Он говорит, я говорю, что ты спросила его за фрукты? Я говорю, ты какие хочешь? Ты говоришь, будешь бананы есть или яблоки? Он говорит, я уже забыл вкус, так как уехала, говорит, я не ел ни одного фрукта. У мамы сердце прямо кровью облеглось. Вы представляете, 19 лет, большой же уже мальчик, да? А он маме говорит, мама, ты как уехала, я не кушал ни одного фрукта. Ну как вот? Я-то замужем уже была 18 лет, когда у меня был первый муж в России. И сама заботилась о семье, да? А тут для мамы и ребенка в 20 лет и в 30 лет будет все равно маленький мальчик, ребенок. У меня аж сердце облеглось, дитю не ела фруктов, так вот я ему набрала фруктиков. Так, знаете что, люблю вот эти Golden Raisins. У них раньше были большие, значит, абрикосы $4.99, вот такой маленький пакетик. Я обычно стараюсь, чтобы без сахара. Если без сахара, то берем, а если с сахаром, то не берем. Вот, и добавлено, смотрите, уже какие-то диоксаты, которых в России обычно не бывают. Сульфур, да, диоксид. Это же, ну, химия добавлена, уже добавлена химия сюда, да. Сейчас найдем, если найдем без химии. Вот, турецкие абрикосы. Но все равно сульфур и диоксид добавлены, не знаю, что-то я сомневаюсь, что я хочу такие. Диоксадами. Раньше были золотые вот эти вот рейсины, да, в пакете $3.49. Они были большого размера, такие были крупные. Изюм был крупный, это какие-то мелкие, я такие не люблю. Так, вот органик манго, слайсы. Ну, дорого, $4.99, это какой-то маленький пакетик, 170 грамм, $5. Вы шутите меня. Вот $2.49, но на них не написано, что они органик. Что добавлено? Глицерин, сульфур диоксид, манго, кейн, шугар, ну сахар добавлен. Ну что это такое? Ну добавили всякой фигни. Вот. Ну, в общем, короче, тут что-то мы пролетаем. Раньше у них были бананы сушеные. Я что-то их не наблюдаю. А я их любила. Такие, знаете, порезанные слайсами сушеные бананы. И их было очень много, они были, знаете, пустые полки. Были достаточно дешевые, и я их на этот брала. Ну, так, на закуску, на перекус. Я не вижу, что такое. А они, может, туда он их перенесли к бананам. Давайте посмотрим бананы. Бананы. Вот это тоже, ребята, раньше были бананы, там, например, 40 центов, но это был паунд. А тут 29 центов один органик и 23 цент один неорганик. Придется все-таки брать. Вот эти бананы, которые я хотела, сушеные. Но это не бананы, а это... Плантейнс. А плантейнс, они такие, знаете, длинные, длинные бананы. Я не хотела плантейнс, я хотела именно бананов. Что это? И, наверное, опять куча химии. Так, сейчас глянем, что входит. Солт, ну, тут вроде ничего. Так, санфлауэр солт. Это... Не знаю, как-то не уверена, что-то не те бананы, не то качество, которое раньше было, а те, которые было, я хотела, нету. Слушайте, органик, все мягкие бананы, что делать? Это плантейшн. Так, ну тут пальмовое масло, нафиг надо, говорят, в России пальмовое масло, он это тоже. Я хотела органик взять, но органик мягкий, а не органик тоже мягкий, да что такое? Бананы все гамнистые, ребята, даже нечего выбрать.
Так, ребята, показываю вам эту батарейку на исходе, но вот сколько я накопила продуктов, потому что, как я сказала, ребенка вообще пустой холодильник. Сейчас узнаем, сколько это стоит, я вам покажу чек. Интересно, я оглашу список, ребята, что я купила. Ну, вот цена окончательно, $193. Trader Joe's, это все, что я взяла. Это еды, дай бог, если хватит дня на 4. Вот, а когда я покупала полные, вот, 3 раза больше продуктов в самокате, и мне приходило на 6 тысяч рублей, все писали в комментариях, что очень дорого, возмущались. А в Америке сходить раз, один магазин. И я говорю, если дай бог, это до пятницы хватит, просто до пятницы чувствую ехать докупать продукты. Это $200. И это не на рынке, это просто в обычном магазине, где, в принципе, цена, ну, продукты не лучшего качества. Вот. Все, что я могу вам сказать. Я просто возмущена. А так вот, если съездите, например, если в месяц 5 раз в магазин, то вот у вас только на 5, на $1000 только продуктов будет. Все, до встречи. А, добавить забыла, что вы обратите внимание, что это без мяса. То есть я ничего не покупала мясного. Вот раз я мясо отложила, я решила, что мясо сегодня я уже не буду брать. Мне уже просто сил нет. И я сейчас еду помогать дочери с подготовкой к свадьбе. Мне некуда будет даже положить это мясо. А все, что остальное, фрукты, они полежат пока что в сумке. Ничего с ними не будет. А мясное пропадет. Поэтому я, ребята, без мяса. То есть вот это все, что куплено, это без мяска. Все, до встречи, пока.